Данное видео специально снято для blackseo.com. Итак, сейчас мы рассмотрим настройку TDS. В нашем случае взята Simple TDS, то есть на хостинг. Итак, берем, закачиваем наши архивчики. То есть вот они все. Так, мы вот это все берем, заливаем. То есть, ну, я уже как бы залил. Вот, создаем, то есть мы взяли домен, вот, traffic.fio. Так, то есть здесь у нас будет находиться TDS-ка. То есть мы ложим ее не в корень, а вложим, создаем папочку, вот, файлик называется она. И сюда, собственно, ложим нашу TDS-ку. Выставляем права. Так, выставляем права, то есть на папку архив и все, что находится внутри ее. Вот наша папка архив, права доступа. Ставим три семерки. Так, и ставим здесь галочку. Ну, собственно, вот там все по умолчанию стоит. Так, также установим на папку TMP и все, что внутри. Точно так же сделаем с папочкой TMP. То есть проставили три семерки. Здесь галку, все есть. И на файлик PPC case находим этот файлик. Поставили права. Так, хостинг, собственно, был взят для нашей TDS, это IP-хостер. То есть переходим в панель, где наша панель. Так, то есть как в нее зайти, я думаю, все в курсе. То есть после того, как то есть оплатили там услуги хостинга, определились каким, ну, как бы, то есть я взял минимальный, потому что больше мне не нужно. Вот, то есть тут есть вот вход в C-панель, то есть если кто не знает, вот адрес ее, то есть вот логин, вот пароль. То есть вот мы зашли в нее, так, и создаем нашу базу данных. То есть, например, назовем ее там 01. Так, создаем. Вот у нас есть база. То есть сразу же берем и редактируем файлик config.php. То есть он находится у нас вот здесь вот. То есть видите, да, то есть трафик файл, то есть здесь находится, и берем, редактируем его. То есть здесь пишем, так, имя базы данных, то есть прописываем то, что мы создали. Так, дальше создаем логин для нашей базы данных. То есть это будет юзернейм под номером, допустим, 001. Так, и пароль будет qi123, к примеру. Так, создаем нашего пользователя. Так, вот наш пользователь. Записываем его сразу в наш файлик config, так, и пароль. Так, дальше смотрим то, что еще в файлике config. У нас здесь, смотрите, то есть доступ по IP-адресу. То есть ставим здесь нолик. Если ставим единичку, то здесь дальше прописываем свои IP-адреса. Дальше. Логин на TDS-ку. То есть вот у нас будет такой логин, такой пароль, так, email. Дальше идет у нас go.php, то есть мы так и оставляем. Дальше покажу, что с ним, как избежать для того, чтобы поисковики, то есть, ну, не запалили, скажем так, сиды. Дальше идем. Да, кстати, я думаю, что многие сталкивались с таким, как вроде бы все установили уже, вот, и там, когда создаешь поток, прописываешь линки на партнерку,
Вот, бывает такое, что пишет там стоп-хакер, что там хакер go to school, что-то типа того. То есть для этого нужно. То есть вот здесь вот идут у нас там всякие стоп-слова. Вот, просто нужно почистить. Вот так вот. Собственно, все. Все готово. По идее, с файлом config мы разобрались. Вот. Ну, я как бы уже все настроил, поэтому мне легче. Я все возьму, скопирую это. Поставлю обратно. Дальше стоп-слово, то есть мы ничего не трогаем. Вот, то есть все остается так же, как и есть. Так, загружаем. Так, дальше. Дальше нам нужно... так, возвращаемся. Так. Дальше мы идем... А, подождите, то есть нужно соединить еще пользователя и базу данных. Так, юзер у нас первый, так, и база данных тоже первая. То есть, собственно, как мы и делали. Так, добавляем нашего пользователя к базе данных. Так, ставим все привилегии. Что-то долго грузится. Так, ну пока оно здесь грузится. Так, мы идем. Сюда. То есть возвращаемся в нашу C-панель, именно домашнюю страничку. Так, нам нужно еще экспортировать, вернее, импортировать нашу таблицу в базу данных, что, собственно, что я буду сейчас делать. Так, все готово. Так. Так, смотрите, то есть идем. PHP MyAdmin. Так, и выбираем нашу базу данных. То есть она под номером 1 идет, префикс. Так, и нажимаем импорт. То есть нам нужно будет импортировать, он находится, смотрите, вот папка, где, собственно, наша TDS-ка, так, вот папка install, new install, install.sql. То есть берем это, экспортируем. То есть здесь ничего, собственно, не надо, все по умолчанию. Вот, и ждем, пока она экспортирует все таблицы. Все, таблицы готовы у нас. Так. То есть, собственно, теперь проверяем. То есть, мы загрузили вот наши TDS, лежит так в папке файл. Так. То есть, здесь добавляем enter.php, это как бы форма входа. Так, обновили, все работает. Так, логин у нас был Boxio 1, 2, 3, 4, 5. Да, кстати, по поводу логина, то есть если вы вводите, если ввели, допустим, там большую как бы букву здесь, либо здесь там какую-то большую, то есть очень довольно-таки чувствительный к вводу, то зайти вы зайдете, но ничего, потоки, скажем так, то есть редактировать не будете, будет 2403 ошибку, поэтому будьте внимательны при вводе логина. Так, заходим. То есть здесь создаем поток. Допустим, назовем его тест. Так, создаем поток. Вот, видите, у нас есть поток один, так. Дальше. Сегодня читал на форуме, было много, то есть люди здесь пишут именно путь к нашей TDS, и получается, что TDS
делает редирект опять-таки на TDS, то есть получается, что она по кругу гоняет. Вот, то есть здесь нужно писать редирект уже, то есть конкретно на плотник партнерки. Вот. То есть здесь мы будем писать вот, собственно, вот это. То есть вот эту вот ссылочку. То есть TDS файл .in это является TDS к партнерке. То есть весь трафик идет на партнерку. То есть вот эту ссылочку мы будем прописывать, где вот 4 единицы это ID потока на партнерке. То есть ваше ID, вы создаете поток, и каждому потоку присваивается ID. То есть можете как бы создавать там, я не знаю, сколько угодно. Вот, но это как бы для удобства, скажем так, то есть для эксперимента и всего остального. 36-й, так, это ID плотника, то есть там есть промо, там есть такое как API, и там идут, скажем так, то есть плотники, у каждого плотника есть свой ID. То есть и вы сможете как бы найти, ну, допустим, сейчас покажу. Примеру 36, так, это у нас quick files. Антивирус ругается на плотники. Это нормально. Так, еще раз пробуем. Так, получается, вот у нас с редиректора на quick files. Так, если мы, допустим, поставим 35, так, то у нас уже с редиректора на get file. Если поставим там, к примеру, 15, так, то есть, ну, как бы нужно смотреть, вот, то есть, какой плотник вам подходит, смотреть по ратио, то есть, то есть, ну, в общем, разберетесь с этим, я думаю. То есть на этом акцент мы будем делать. Так. Прописали. Так. То есть смотрите как бы настройки. Я на форуме как бы писал. Вот какие должны быть настройки. Вот, собственно, прописываем, так, ставим галочку здесь и здесь, собственно, что мы и сделали. То есть она стоит по умолчанию здесь. То есть для чего нужно будет создавать второй поток здесь же. Вот, то есть это для того, чтобы сливать не уников. Допустим, человек может зайти на одну, допустим, на один плотник, так, то есть там сделать оплату, потом ему как бы там не понравилось что-то, или, то есть он опять переходит по этой же ссылке, возвращается назад на наш дорвей, то есть опять переходит по ссылке, его будет переводить уже на другой, то есть, допустим, сайт. То есть если мы здесь напишем, скажем так, допустим, 15, так, настройки, то есть здесь ставим же exit out. Получится, допустим, мы вначале переходим, ну вот смотрите, вот наша ссылка, так, уже давайте будем отсюда пробовать.
настройками на чирил, вот так вообще по идее как работает. Так, ладно. Сейчас мы с этим разберемся еще. Так, дальше. У нас есть, то есть помимо, вот у нас здесь находится наша как бы TDS-ка, так, то есть выставленными правами. Вот мы видим на архив TMP и на вот этот файлик. Так. Дальше идем в корень сайта, то есть куда мы ложим robots.txt для того, чтобы поисковики ничего, то есть закрытие от индекса. Так. И дальше, чтобы, допустим, спрятать наш адрес, вот этот вот, то есть потому что раньше банили, не знаю как сейчас, то есть по вот этому вот, то есть там где присутствует сит go.php, go.php сит равно, то есть там они разные, сколько только вот здесь создали, вот, то поисковики, то есть по вот этим ссылкам, если на шаблоне есть, то есть то они банили. Вот, поэтому нам нужно будет спрятать. А спрятать каким образом? То есть мы прописываем вот такой вот в китаке, создаем файлик, так, в корне, так, и прописываем туда следующие строки. Ну, вот у меня, допустим, там есть одна TDS-ка, то есть вот она находится по этому пути. В нашем случае. Сохраняем. Теперь у нас получится. Нет, ерунда получится. Потому что они будут, видите, то есть будет конкурент, ну, как бы, соперничать, то есть неизвестно. Так, значит, здесь мы присвоим по единичке спереди. Будет 11, 12, 13 потоки. Так, значит, здесь у нас то есть вот этот, вот такую вот ссылку мы уже будем прописывать в шаблоне после того, как мы отредактировали нашу питаку. Вот, допустим, чтобы направить нам на, допустим, на первый поток, так, на вот этот, который мы создали. Вот он идет. Так, нам нужно будет прописать вот, вот этот, видите, этот load файл 11. То есть получается, вот он идет load файл 11, где, то есть мы сейчас изменим на 11, где дальше идет, вот, допустим, tkeyword, то есть это получается, ну я, допустим, пользуюсь эндоргеном Pandora, вот, тут, допустим, есть можно вставлять просто ключ, но так получится, ну, бред какой-то, то есть написано по-русскому .zip, то есть обычно сайтом складчик все написано транслитом, правильно? Вот, поэтому как бы использую вот этот, допустим, макрос, то есть получается текущий ключ в транслите. Вот. Пробуем сейчас.
ипотека должна работать, вот, но почему-то не работает. Что-то не так сделал. Ну, собственно, так начала работать. Ну, странно, почему-то до этого работало. Ну, принцип вы поняли, да? То есть получается, что мы, допустим, в шаблоне прописываем вот это вот, так, вот эту вот ссылку, не с сидом, та, которая уже идет. То есть получается, скачиваем, попадаем сразу на партнерку, где у нас в TDS-ке уже отображается вот идет. Подождите, не там поставил, нужно поставить exit out. Вот видите, то есть неправильно поставил, и не уники уже не редиректится. Так, сохраняем. Теперь, допустим, если мы перейдем по той же ссылке, вот, допустим, мы взяли, подписались, взяли, допустим, здесь подписались, либо отправили там смс-ку. Так, теперь, сейчас мы попробуем опять по тому же адресу перейти, посмотрим, что из этого получится. Ну, допустим, переходим по тому же адресу, так попадаем уже на другой плотник. То есть, но если мы будем так дальше переходить, то мы все равно будем попадать на этот плотник. Но если мы можем точно так же, допустим, сделать здесь, допустим, много, там, допустим, 3-4 поставить. Но я как бы не советую этого делать, потому что человека, как бы, жертву сразу настораживает, что что-то не то. Вот, поэтому я как бы второго вот этого вот я не делаю. То есть лью только на один, скажем так, плотник. Также можно, допустим, есть тоже там планах торрент-трекеры похожие плотники. Вот, то есть можно, допустим, лить точно так же, допустим, создать отдельный поток на TDS-ке, так, и, допустим, назвать его, не знаю, торрент, я просто не помню, просто нужно будет посмотреть, и, допустим, лить торрент, где, допустим, здесь мы будем прописывать, не zip, а стоп, нет, ну, собственно, здесь будет прописано то же самое, так, но только я не помню ID именно торрент-трекеров, плотников сделано под торрент-трекер, но здесь, допустим, будет переход у нас идти уже, допустим, если мы поставим здесь второй, так, нам нужно будет здесь тоже изменить в хэтаке. Добавить, допустим. Помните, да, что у нас не работает без вот этого. То есть нужно будет добавить. Ошибочка какая-то пишет. Правильно, потому что мы не добавили поток. Вот, теперь пробуем. Вот, все. Готово. Но только, допустим, окончание торрента, якобы, что жертва скачивает торрент. Вот. На этом, собственно, все. Вот. Все.
урок был специально сделан для blackseo.com. Всего доброго.